чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, Super, WBO и IBF, россиянин Сергей Ковалев в интервью чемпионату рассказал, какое прозвище придумал для своего американского соперника Андре Уорда. По его мнению, Уорд слишком превозносит себя и чересчур вызывающе ведет себя, хотя за свои слова, отвечает, глядя на Уорда, я бы назвал его хитрожопым. Он такой мини-бог, сам себя очень высоко превозносит, его ринговое прозвище «Сын Бога». Так он сам себя называет, как по мне, он слишком себя превозносит и ведет себя чересчур вызывающе. Хотя, в принципе, он за свои слова отвечает. Но 19 ноября кто-то должен будет заплатить в ринге за все мои тяжелые тренировки и разлуки. С семьей, заявил Ковалев. Издание отмечает, что ранее Ковалев не раз придумывал своим соперникам прозвище. С его легкой руки Адонис Стивенсон превратился в Чикинсона, в переводе на русский цыпленок. А Бернард Хопкинс, чье ринговое имя переводится как «Чужой Алион», стал оленем и «Старым Бэмби». С Марса, а Жанна Паскаля россиянин прозвал просто «Балабол».